Как научить водителей быть бдительными, а пешеходов внимательными? Столичные полицейские провели акцию «Вежливый водитель». Каковы ее результаты и как отнеслись к необычной кампании сами автолюбители, расскажет мой коллега Айзат Карашашев. Сегодня в Астане стартует акция «Вежливый водитель». Главная цель этого мероприятия – создание контекста вежливости на столичных дорогах, а также сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. В течение дня стражи порядка будут выявлять не нарушителей, а водителей, которые уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах. Здравствуйте. Как там у КАМФ? На сегодняшний день по управлению административной полиции города Астана проводит акцию «Вежливый водитель». Мы только что наблюдаем, стоим, что на пешеходном переходе пропустили пешехода. В связи с чем вам вручается наклейка, приз от страховой компании о том, что вы вежливый водитель. Акция проводится в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, светофор». Некоторые жители столицы считают, что подобных инициатив в стране должно быть больше. Я думаю, что любая акция – это плюс. Это дисциплинирует и водителей, дисциплинирует пешеходов, вот, и дисциплинирует, конечно, инспекторов дорожной полиции, вот, потому что это все как бы делается в открытую, делается, доводится до людей. Поэтому чем больше будет акций, тем люди будут больше знать, как себя вести на дороге. Вот эти акции, я думаю, это нормальное явление. Поменьше аварий будет. Во многом пешеход даже, сами замечали, пешеход тоже страдает. По данным управления административной полиции ДВД, за последние 3 месяца на дорогах Астаны зарегистрировано 121 ДТП. Жертвами аварии стали 8 человек. Еще 140 получили ранения. По мнению полицейских, подобные мероприятия позволят снизить этот показатель. Цель этой акции – снижение количества дорожно-транспортных происшествий в нашей столице, а также повышение культуры вежливости водителей. Мы считаем, что данная акция найдет положительный отклик среди участников дорожного движения. Если каждый поощренный водитель, я думаю, что каждый поощренный водитель в дальнейшем будет уже по-другому относиться к окружающим участникам дорожного движения. Самым вежливым водителям вручат специальные стикеры, а также небольшие подарки от страховой компании. Кроме того, их фамилия озвучит в прямом эфире городских радио. Айзат Карашашев, Омербек Изимов, Астана.